Доброе утро. Я должен это снять. Обычно погода всегда очень теплая и жаркая. Но сейчас у нас пасмурно. Я не думаю, что пойдет дождь. Но все-таки погода прохладная сейчас. Всем привет! В тот день было солнечно и бесконечно жарко. Как вы уже догадались, сегодня поговорим о погоде. Сентября, 22 октября, либо даже 5 ноября. Погода остается яркой, солнечной и невероятно приятной. Плюс 25 показывает столбик термометра сегодня, завтра он будет плюс 30, а вот вчера и пару дней назад он был плюс 18 градусов тепла. Что очень плохо на самом деле, а все почему? Потому что наконец-таки был дождь, и в ночь на Хэллоуин здесь действительно прошел настоящий ливень, который очень порадовал меня и многих жителей. Но вместе с дождем пришла и болезнь. Я не говорю про Эболу, а я говорю о том, что многие калифорнийцы попростужались, позаболели и сейчас лечатся. Но я не думаю, что это большая проблема, потому что погода восстанавливается и опять-таки плюс 25, опять можно ходить в майке и наслаждаться жизнью. Ну, как говорят американцы, сильно радоваться не стоит, ведь на пороге зима и впереди действительно холодные месяцы. Думаю, месяца два будет действительно очень холодно и столбик термометра опустится до плюс 15 градусов. Это, конечно же, не так страшно, как сейчас в России, но, знаете ли, плюс 25 куда приятнее. Думаю, на сегодня это все. Друзья, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, предлагайте идеи для выпусков. Ну, а я пойду, наверное, прикуплюсь к зиме. Пару шорт и майка будет как раз. Всем пока-пока.